CityLux с гордостью представляет серию «Парус». Отличное решение для тех, кто любит мягкое и яркое освещение, ценит простор и удобство управления светом, а также возможность сделать индивидуальный дизайн. То есть нанести на рассеиватель стойкое, полноцветное изображение от узора до фотографии и подчеркнуть стиль вашей гостиной, спальни или детской. В чем же разница комфортного мягкого света и некомфортного света? Проще всего показать на примере. Вот некомфортный свет. Смотреть на него просто невозможно, а тени резкие. А вот тени вот мягкого, комфортного света. Разница понятна сразу. Их фактически нет. Мягкий, комфортный свет – это здоровье ваших глаз и нервной системы. Чтобы свет был мягким, площадь источника освещения должна быть как можно больше. Есть варианты, доступные в ходе общего ремонта. Например, светящийся натяжной потолок или закарнизная подсветка. Они хороши, но весьма дорогие, потому что всегда изготавливаются на заказ и под конкретное место. CityLux создал светильник, который можно заменить любую обычную люстру в центре потолка и получить действительно комфортный свет. Достаем коробочку. Что это, пицца? Карбонара? Нет, это наш светильник. В комплекте основание с блоком питания и светодиодными модулями, белый парус, пульт дистанционного управления, крепежные элементы, штанги с наконечниками, дополнительная монтажная платформа и инструкция. На светодиодах для обеспечения максимальной равномерности свечения всего паруса установлены специальные линзы. Выпускаются светильники с наконечниками цвета бронза и матовый хром. Чтобы светильник был в едином цветовом стиле с дверными ручками или карнизами штор. Собирать будем по схеме. Закрепить наш светильник можно на выбор. Или на основание, это 4 самореза. Или установить на маленький кронштейн, это всего 2 самореза. Кстати, в этом случае на тыльную сторону основания крепится дополнительная монтажная платформа. Это нужно для увеличения жесткости конструкции. Заметим, что на рынке встречаются тканевые люстры, где само полотно растянуто на пружинах между угловыми стойками. Это значит, что для стойки основания в потолке придется проделать целых 8 отверстий, при этом строго соблюсти геометрию. Все это дополнительные сложности. В нашем же случае мы крепим готовую конструкцию к кронштейну, закрепленному к основному потолку, всего на 2 самореза. Прикрепили и подключили основание. Теперь одеваем парус. Чтобы не было диагональных морщин, подбираем оптимальное положение наконечников арматуры, откручивая или закручивая их по резьбе. Готово! Парус равномерно натянут и чуть свисает в центре. Все так и задумано. Высота светильника в центре всего 16 сантиметров. Светильник управляется радиопультом. С помощью него можно менять цветовую температуру, можно управлять яркостью светильника, включать и менять цвет RGB подсветки. Можно сохранить 4 любимых режима и включать их отдельными кнопками или с настенного выключателя. Подробное описание системы управления в отдельное видео. Есть два размера паруса – 100 на 100 и 120 на 120 сантиметров. А мощность светодиодного модуля можно выбрать – 80 или 120 Вт. Также имеются и бюджетные варианты светильника с более простым источником света, светодиодными модулями на 40 и 80 Вт, без линз и пульта управления. Вместо люстры с парусом стандартного белого цвета можно заказать парус с рисунком. Вуаля! Профессиональная типографская печать на ткани обеспечивает стойкое, полноцветное изображение от узора до фотографии, что позволит сделать полностью индивидуальным вид светильника и вашей гостиной, спальни или детской. Кстати, вы всегда сможете заказать дополнительное полотно с новым дизайном и легко обновить интерьер. Например, если ваш ребенок уже подрос и серьезно увлекся авиацией, перед первой установкой полотно рассеивателя рекомендуется прогладить утюгом в режиме синтетика. Полотно паруса – специальный синтетический материал. Для очистки его можно протереть влажной тканью или прополоскать вручную в прохладной воде и, не выжимая, высушить в расправленном положении. Мягкий и приятный свет потолочного светильника «Парус» придаст вашему дому самую комфортную и уютную атмосферу и может стать центральной частью вашего уникального интерьера. Дерзайте! Свет вашему дому!